тюрьму, покуда не будет иметь бумагу, так или доказательства. Да, но сидеть истина. В тюрьме человек может... Так истина. Это уже будем говорить. Это уже совсем другое. Ну, хорошо, это совсем это другое. Но на сегодняшний если день... есть, подождите, если есть показания, это кто-то утверждает, что кто-то вот... Это является основанием для проверки. Если это будет заявление, то является. А если просто говорить, то не является. Хорошо. Вот я говорю, если есть заявление, то является. А если просто говорить, то нет. Вот это написано 148 заявлений. И на один, не на один ответ нет конкретного, нет ни одного ответа. Нет. Вот подаю ответ. Так это говорят, куда вы? Спросите, куда вы писали? В прокуратуру писали, в экологию. Ну не может. Они не дают. Вот ответ, подписанный Кушнерским, пожалуйста. Это не надо нам продажного Кушнерского. Заступник начальника управления охраны на Голышнего. Я приехал сюда, не продолжать ковсяким тему. Я приехал, потому что меня попросили. От прокурора с января месяца. Александр Алексеевич, поедьте, пожалуйста, к людям и скажите людям, что не будет Геннадий Адольфович, и никто сюда не планирует, что он приедет. Сегодня. Когда он будет ехать, будет объявление, будем приглашать. Я на могу, наоборот, вас пригласить завтра в 9 часов в парк, ведь Тесновянник с детьми. Там завтра будет программа и будет посвящена на детям. Так мы же не сами придумали, что он приедет. Нам исполкомовцы сказали. А какие исполкомовцы? Ну вот тут вот живут в этом доме. Как это? По внешнему виду видела, ну а как звать я не знаю. Я вам расскажу. Люди знают, вы, как можно по-разному истолковывать. Можно истолковывать. Вот они балахманные, а можно не налажена, да, работа по оповещению населения. Что налажено отлично. Но если люди не имеют информации. Как не а кто им дал информацию, что сегодня будет дефицит? Ну вот дали информацию. Ну кто? Скажите, ну Елена Решетько, скажите честно, инициатор, да.